Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк. И не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребятушечки, давайте-ка мы дальше продолжим прокачивать наших покемонов прямо тут на острове. Я не знаю, кого мы прокачивали. О, точно, давайте Сизера. И точно, ребята, что я еще забыл в предыдущей серии, это то, что я заспавнил обычного голема, а не шайни. У нас же шайни голем. А я почему-то забыл и заспавнил просто обычного голема, в том смысле, что мы же обменивали гравелера на голема, да, то есть как бы трейд-машины у нас, ну, нету, не с кем обмениваться, поэтому мы спавнили. Я заспавнил обычного голема, а не шайни, хотя у нас шайни должен был быть. Ух. Ну, ладно, ребята, ща, давайте докачаемся, как раз когда наступит ночь, мы потопаем быстренько домой и заспавним себе нового голема, только шайни. Тоже прокачаем его к 60 уровню. Так, давайте, ну, убеги. Так, и сейчас иди сюда. Давайте тогда, ребята, еще Сизеру 8 уровней нужно прокачать. Когда прокачаем Сизера, ребята, беремся наверное, за Лантурна. Он уже 29-й, пока прокачаем Сизера, может, уже где-то и 31-й будет. Вряд ли, конечно, хотя... ну, посмотрим. Пока что нужно прокачивать и эти в бою, и эти в бою. Кто-то только не в бою. Так, ну, не ты, Сквиртл, а вот ты. Ты нам как раз офигенно опыта дашь. А, в принципе, ребята, жуки тут офигенные. То есть жуки тут рулят, если честно, на этом острове. Прям офигеть как. Конечно, намного лучше, чем те же огненные. То есть намного-намного лучше. Вот так, с одного, с двух ударов. Это, можно сказать, полутравяные. То есть, если тут офигенные... вот эти электрические, потом офигенные травяные, то, в принципе, жуки где-то так же офигенные, как и травяные, но, может, чуть-чуть хуже. Но сама суть, что они действительно классные, и ими тут тоже легко прокачиваться. То есть, если тут прокачиваться огненными вообще, как бы... не то, что нереально. Хотя, в принципе, можно и так сказать. Тут же только водные, а на водных прокачиваться как-то огненными не очень. Поэтому... мы их и прокачивали на бишарпах. Так, как раз, ребята, сейчас ночь уже. И еще вот этого тренера. Что тут? Что тут? Во, отлично. И потопали, ребята, домой. Где наш телепорт? Всегда путаюсь. Нужно табличку какую-то поставить, что ли. Так. Домой. Покушаем. Опять еда кончается. Так, пока ночь еще не наступила, давайте быстренько позаспавниваем вот этих гравеллеров, точнее големов, шайни. Так, это сюда, это сюда. Берем тогда нашего, да, где он? Вот он. Удаляем. Так, поке спаун голем шайни, во. Так. И сколько там? Ну, в принципе, давайте сейчас еще прокачаем его. И вот он, ребята. Сейчас уже шайни. Потому что я действительно, ребят, просто забыл. Я, знаете, как-то даже не подумал, что он шайни. Просто так заспавнил его, да, и все. То есть нормально. Так, ну давайте еще ему тут парочку уровней прокачаем. Точнее, до конца обычно прокачаем. Точнее, до 60-го, а не до 100-го до конца. Так, да фиг его знает. Так. Во, отлично, все. Взяли, поставили обратно. Отлично, все, ребята, заменили мы на шайни. Как раз давайте поспим. Опа. Так.
Давай, 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 давай. Дрыхни, дрыхни. Там. Это чё? Так, Литвик. Ну. Его мы, я думаю, сможем убить. Так, ща. Нужно его найти. И сразу же мы топаем. Сразу же мы топаем. Ну, на остров дальше прокачиваться. Так, вот он. Я его вижу. Не убегай. Ух. Хрен мы его, наверное, убьем. Он 65 уровень, а у нас даже неким его бить. Тиктуга его бы убила, да? Но если бы он ее быстрее не убил. Не, ребята, мы его никак не убьем. Прям охренеть. А, не! Отлично, че и убили. Точно, ребята, ребята, я же забыл одну вещь. Мы же хотели с помощью, точнее не с помощью, нам же нужно прокачать Иви. В том смысле, что нужно для нее камень найти, а я не знаю, где камень. Но давайте, мне кажется, сначала, ребята, Тропинча прокачаем. Потому что если будет Тропинч, то мы сможем летать и быстрее найти тот камень. Потому что ну, тут, я не знаю. Ну давайте сбегаем в этот... лес, например. Ну давайте вот тут сбегаем, который самый ближе вот тут. Сбегаем и посмотрим, потому что, ребята, хотя нет, мне кажется, тут его не будет. А я знаю, давайте сбегаем в тот лес, который у нас находится возле спавна Райквазы. Ну, в принципе, где она должна спавниться. Так, вот тут. Тут у нас как раз куча лесов. Но сама суть. Ну хотя. У нас же нету Раркенди, чтобы прокачать и так Иви, и даже если мы найдем камень. Но сама суть того, что если мы его найдем, то это уже офигенно будет, потому что я уже буду знать, где он находится. И потом, если мы найдем, ну точнее не найдем, а сделаем себе Раркенди, то я уже буду знать, куда нам нужно вернуться, чтобы эволюционировать Иви. Потому что сейчас это не очень офигенно. Если она будет вот так бегать обычной. Так, Пикачу. А камень и так нужно будет найти или сейчас, или позже. Поэтому нифига себе, столько тут цветов вот этих. Flower Forest. Ага, то еще какой-то Flower Forest есть. Но тут 100% не спавнится. То есть я куда-то... Ну давайте вот, как раз там есть еще один лес. Давайте туда побежим. У нас еда уже кончается. Это уже обычный? Да, это уже обычный. Ну, тут я не вижу. Давайте дальше. Куда там мы еще можем... Так. В какую бы сторону лучше всего пойти? Ну, куда-то давайте вот сюда как-то бежим, как раз через горы. Посмотрим, вдруг тут будет. Вряд ли, конечно. Но все же искать же нужно. И так нужно его рано или поздно будет найти, чтобы все... О, наконец-то. Вот он. Отлично. Так, нужно поставить себе... Где-то. А, да тут и на карте так. То есть тут еще один я вижу, и там еще один я вижу. Если бы я знал, как он выглядит с самого начала, поэтому и не искал бы его. Так, ребята, тогда давайте же сразу мы прокачаем. Точнее, сразу же мы сделаем себе Раркенди, чтобы сразу же прокачать Иви. Сразу же. Потому что, чтобы сразу ее эволюционировать. Ресурсов у нас не очень. Много. Я не знаю, хватит ли. Ну, давайте посмотрим. Давайте еще соберем тростник. И, ребята, как бы это ни звучало, но, наверное, в каких-то следующих сериях нам все-таки нужно будет пойти опять в ад и опять за глоустона. Потому что Раркенди мы делаем много, он тратится... тоже очень быстро, поэтому нужно будет за ним пойти. Конечно, я могу тоже поставить там глоустон в продажу, так же, как и... Ну, сахар нет, конечно, потому что тростник тут есть. Но все же я тоже так же могу поставить глоустон в продажу, но мне кажется, тогда уже вообще можно будет сказать, что мы тупо блинимся, если даже уже и глоустон будет в продаже. А так хоть что-то нам куда-то нужно идти, чтобы добыть какие-то ресурсы. Потому что это действительно, ребята, очень, ну, лениво уже будет, если мы даже за глустоном будем бегать.
в магазин и покупать его за какую-то, ну, цену, точнее, идти в магазин, дешево его покупать там 100 голдстона за пару алмазов, чем, например, собраться, пойти в ад и добыть себе там столько голдстона, сколько нужно. Так, ну давайте. Вот так, 1, 2, вот, вот, ребята, больше уже намного вот этого получается у нас золото, да, золото. Так, что мы можем тут продать? Вот это, вот это. Тут мы это можем продать, это. Я, ребята, и то не знаю, хватит ли у нас. Что мне кажется, что действительно не хватит, нужно было все-таки сразу же взять еще вещей с нашего вот этого. Хотя, ща, ребята, вот этого, о, есть продажи. Хотя, ребята, мы же изменили цену на золото. Вот тут железо, и поэтому можно себе сделать, точно. И вот тут еще есть лечилочка, вот она. Отлично. Так, сначала, чтобы потом не... 1, 2, 3. Отлично. Хотя нет, хотя да. Так, тогда еще 1, 2, 3, 4. Вот так. Это сюда, нет. Ну хотя да, в принципе. Тогда это сюда. О, точно, у нас же и тут еще золото есть. А я что-то как-то забыл. Это сюда. Тогда это так. Сейчас, ребята, может уже и хватит. Хотя нет, еще не хватит. Но все же сделаем столько, насколько хватит. Сейчас еще докупим, сколько там нужно будет. 53, 54, еще 6. Ну, давайте тогда еще стак купим. Так. Стак это сюда. 3, 4, так. 5 и последние 6. Отлично. Хотя... Твою ж, там у нас тут даже глуст... А нет, 57 глустона, ну... Немного, но все же. Сколько ей... Ой. Так. Это тогда сюда. Это сюда. Вот так. Это пускай пока что будет вот тут. Все, ребята, кончился у нас уже глустон. Опять нужно будет идти в ад, чтобы добыть хотя бы... Ну, стаков так 10, если получится. То это уже будет офигенно. Так, ну что, ребята, возвращаемся на то место, где мы нашли, вот тот камень, чтобы эволюционировать Иви. Так, где-то вот тут, и вот я его уже вижу. Оу, это кто у нас там? Беллспроут. Ну, давайте, ладно, так уж и быть, быстренько к нему пробежимся, хотя как тут быстренько, если тут горы, и сейчас еще пробираться нужно. Так, вот тут тоже Sunflower, хотя тут не пишет, ну, так, где он? Вот, вижу. Опа. Ну, говорю, это жуки тут вообще. Так, ух, нифига себе, мастербол еще выпал. Не знаю, для кого он нам пригодится уже, но все же, ладно, пускай будет. Ну, хотя там для Шайни, может там Шайни какая-то опять Иви заспанится. Тварюга маленькая, да, которая вообще никак не хочет ловиться. И мы ее, может, и словим, если кто там заспанится, но вряд ли. Так, а хотя... Хотя нет, смысла нам Иви писать, если у нас уже все Иви есть. А если Шайни заспавнится, то, в принципе, мы увидим. Ой, так. Кадабра, помню, Кадабра у нас Шайни заспавнился, но мы не успели его словить, точнее... А, это вот. Точнее, бежали, но не успели. Так, ну что, Иви, давай-ка мы тебя быстренько прокачаем. Я прав... Да, вот. Ой, прокачаем и идем... Не знаю, на остров, наверное, прокачиваться. Я даже, ребят, да твою ж. Я даже не знаю, нужно ли нам... Кто там еще босс какой-то? Да ты ж... Сайтер. Ну ладно, давайте быстренько. Я, ребята, даже еще и не знаю, нужно ли нам будет идти на бишарпов сейчас, потому что... В принципе, огненного у нас есть, а Киртуга, мне кажется, и там может нормально прокачаться. Ну, это потом посмотрим. Кто сильнее? Ага. Так, отлично. Вылечим. А, так. И мне что-то потерять. А, вот. Где-то М. Почему-то. А, показывать. Просто там много покемонов и
за обзора такого, что много понаставало вот на ту точку, не видно, что там. Что там то, что мы поставили и так. Ну, о, вот, точно, точно. А да тут, говорю, ребята, тут еще куча вот этого, вот этих камней. Так, Иви, давайте. И... Иви! Опа. Иви! О, эволюция. Отлично, давай, Иви. Качайся, Иви! Идем домой. Спим и идем на остров, еще прокачаем как минимум сайтера к 50-му и можно на этом заканчивать. Иви! Давай, Иви. Тебе еще Energy Ball нужно изучить, но он у нас уже есть. Так, мы его, ну, в принципе, мы его купили. Лефион. Так, вот, ребята, вот. Так, потом можно будет и Вапорио, там можно, ну, Гулдин, Эконс. Можно потом будет Вапориона сделать, ну, как бы, еще не хватает. Потом им, да сколько у вас там? Эконс, Электрод. А, потом Амбриона еще нужно, Глассиона нужно. Ну, Глассион это легче всего, мне кажется. Так. Да, за этой травы нельзя... Твою ж... Во. Ну, тебя мы... Ну, не скажу, что долго, но и не очень быстро. Отлично. Так. Сюда. Вылечим. Покушаем и идем спать, ребята. И идем дальше прокачивать наших покемонов. Про Кэнди мы уже сделали. Замечательно. Ну, в принципе, да, сейчас спать. Быстро. На Бишарпов пока не вижу смысла идти. Нам еще Сайзера прокачать. Лантурна. Потом Лефиона. Потом Троп... Ну, тебя, мне кажется, тоже можно там прокачать. У тебя же Эртквик есть. Ну, посмотрим. Так. Ща-щ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 а
Я говорю, ребят, это баг какой-то. Ну прям баг-багище. Потому что, чтобы за одну секунду... Ну вы видели, даже промежутка времени не было. И за одну секунду заспавнились 2 киогра. Прям баганутый баг какой-то. Я не знаю. Я как-то тпхнулся, и сразу в ту же секунду 2 киогра заспавнились. Это реально как-то бесит. А иногда бывает такое, что... Несколько серий подряд вообще не спавнится, а иногда бывает такое, что вот бум, сразу двое. И это как-то не очень понятно, ребята. А Райкваза вообще не спавнится, то есть это как-то тоже, ребята, не очень понятно. Ах, не знаю. Так. Ча. Тебя. Отлично. Ну что, Сайзер уже 46-й, еще 4 уровня, прокачаем, и я думаю, на этом уже можно и серию заканчивать, то есть как раз пока мы его прокачаем. Ну, не очень так долго, но все же. Этих тоже поубиваем. Так. Так, отлично. Дальше. 4 уровня. Ну, да, действительно, хорошо, что мы, наверное, Сайтера взяли, потому что он тут рубает. И жук тут действительно, ребята, офигенный. На острове вот таком качаться, действительно, жук офигенный. Я не знал, что жуки тут такие классные. Так, ну, в принципе, с этой атакой, да, X-Sizer. Scissors M. Я только сейчас заметил, что атака почти... Или... Sizer, и у нас Scissor. Ну, не знаю. Атака как-то почти так же называется, как и наш покемон. Я только сейчас заметил. Может, это специальная атака для нашего эволюции Сайтера? Говорю, в этот Сайтер, ну, Сизер уже офигенный против всех. И электрических, и водных, и психических. И каких только он не убивает. Ну, огненных нет, то есть... Ну, как бы Литвика он не смог убить, но... Вот вы чудаки. Ну ладно, вы пока там сражаетесь. Я кого-то другого попытаюсь. Там еще 2 уровня. Опа, ребята, плащ уже пропал. То есть добавили плащ там на день на 2 и уже забрали. Нафига было такое делать? Я так понял, ребята, что эта атака False Sweep. Swipe. Она не убивает, она просто сбивает здоровье до минимума, и потом просто остается добить, и все.
Давайте попробуем. Например, на киндере. Конечно, она не каждый раз действует, потому что это было бы офигеть как... ну... мощно, да, если бы она вот так каждый раз. Но все же я заметил, что иногда она такое делает. Так. Опа. Дай нам 49 уровень. Не да, вот ты. Ну ты хотя бы дай. Ну ты дашь 100%. Так, во. Дабл хит. Фалс. Ну, я не знаю. Вот так. Давайте дальше, ребята. Еще один уровень. Я так думаю, на этом можно уже и заканчивать. Так. Ну, как я говорил, ребята, пока мы прокачаем Сизера до 50 уровня, то наш Лантурн уже будет где-то 31 уровень. И вот как раз он сейчас 31. Так. Так. Потом. Мне, если честно, жуков тут уже больше нравится качать, чем тех же травяных и... ну, не знаю, они прикольные, то есть сильные, можно сказать. Так, ну иди-ка ты сюда, чё ты выкобыливаешься? И вот ты, я надеюсь, ты нам уже уровень дашь. Отлично. 50-й. Так, ну давайте тогда еще поменяем. Ай. Это сюда. Вот так и вот так. Ну, ребята, что-то я хотел посмотреть. Есть ли тут ачивки? Нет, с Пиксельмона тут нету. Ну, ладно, мы сейчас не в ачивки играем, поэтому смотреть, какие у нас ачивки, нету смысла. Так, потопали дальше. Хотя, как потопали дальше? Твою ж. Так, сейчас давайте вот это все выкинем. Это. Это. И все. Отлично, ребята. Давайте на этом закончим эту серию. Серия не очень большая, но все же, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это первая серия за сегодня. Не забываем, если наберем 200 лайков, то новая серия выйдет сегодня только вечером. Я потом немного поменяю расписание, ребята, наверное, потому что я действительно не успеваю. Как раз мне вот этих 30-40 минут не хватает. Если, например, серия выходит, должна выйти в 7 часов по Москве, то мне... всегда не хватает где-то 30-40 минут до того, чтобы выйти. То есть, я уже вам объяснил, ребята, что видео грузится, иногда бывает, что оно очень много весит, и то, что грузится долго. И как раз вот эти там полчаса мне не хватает, чтобы догрузить его до конца. Поэтому, ребята, наверное, я потом... куда ты... что за фигня? Вот ты уплыть от нас хотел, а? Зараза, пасл. Так, иди сюда. Ух, ну там. Давайте, ну, с Сизером. Так. Поэтому, ребята, я, наверное, потом перенесу расписание, наверное, на час вперед. То есть у нас будет выходить не в 7 часов, а в 8 часов. Но это, ребята, я потом посмотрю, как будет лучше, как я буду успевать и все такое. И как вам лучше будет. Ну, ребята, на этом давайте закончим. Да твою же. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.